Поклонников кошек на Кубе не так уж и много. Но те, которые есть, не забывают о своих любимцах и ежегодно собираются на выставке кошек в Гаване. В этот раз здесь вниманию посетителей представлено 100 грациозных животных. В этом году наши кошки намного лучше. В конкурсе участвует 100 животных. Их будут оценивать судьи из нашей ассоциации. Одна из целей мероприятия – пробудить интерес общественности к этим домашним животным. На Кубе пренебрежительное и даже жестокое обращение с ними – слишком распространенное явление. Зато эта посетительница так очарована своей кошкой, что запечатлела ее образ на собственной спине. Я сделала эту татуировку, потому что люблю кошек. Моя кошка очень много значит для меня. Она самая красивая, самая милая. Гаванская выставка привлекает любителей кошек и из других стран. Наталья Банникова приехала сюда из Украины. Уже второй год я приезжаю на это шоу, поскольку в Украине у меня 6 кошек. Я их очень люблю. Изюминка местного кошачьего контингента – кубинская голубая. Над совершенствованием этой породы работает и сеньор Рубио, глава Кубинской ассоциации любителей кошек. Наша работа дала хорошие образцы кубинской голубой, что принесло увеличение потомства и повышение качества породы. В течение дня судьи осматривали животных, оценивали мех, хвосты и проверяли зубы. И, наконец, принято решение и выбраны 4 кошки-победительницы.